Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches. Сегодня мы вам расскажем, как настраивать часы Casio Illuminator модель AQ S810WC3A. Начнем со знакомства с доступными режимами. Перед нами режим текущего времени. Переключаемся мы левой нижней кнопкой. Далее идет заряд батареи, мировое время, будильник, таймер, секундомер. Теперь обо всем по порядку. Текущее время. Чтобы его настроить, удерживаем левую верхнюю кнопку. А для того, чтобы настроить стрелки, первое, что нужно сделать, мы удерживаем кнопку до появления аббревиатуры HSET. Это необходимо сделать, если у нас расходятся показания стрелок и показания цифровых часов. Итак, снова удерживаем верхнюю левую кнопку. Появляется аббревиатура HSET, сокращение. А стрелки в идеале должны встать в положение 0 часов, 0 минут и минутная и часовая в соответствии с цифровым дисплеем. Если это по какой-то причине не так, то правыми кнопками мы можем подкорректировать положение этих стрелок в нужное нам 0 часов, 0 минут. После того, как настроили, выходим из настройки однократным нажатием левой верхней кнопки. Теперь как настраивать текущее время. Для этого удерживаем левую верхнюю кнопку до звукового сигнала появления кода города. Первое, что мы можем сделать, это выбрать код города. Листаем правой нижней кнопкой. Попробуем Москву найти. Она из списка. Так, есть. Следующий разряд. Между разрядами переключаемся левой и нижней кнопкой. Настройки осуществляются правыми кнопками, реже только правой и нижней. Следующий разряд. Автоматический переход на летнее время можно включить. Можно выключить. Формат времени 12-часовой или 24-часовой. Дальше. Сброс секунд. Дальше час. Минуты. Установка года. Месяца и числа. Также можно выключить звуковое сопровождение кнопок, режим без звука включить. Продолжительность подсветки 1,5 секунды или 3 секунды. Выбор языка. Здесь он... нет в нем крайней необходимости, но тем не менее есть несколько вариантов языка. Вернулись по кругу к коду города. Выходим из настройки однократным нажатием верхней левой кнопки. Время аналоговых часов встанет в соответствии с тем, что мы установили сейчас в настройках. То есть 17:23. Едем дальше. Следующий режим. Заряд батареи тут понятно. Здесь показан уровень заряда батареи, питающейся от солнечного элемента. Мировое время. Здесь просто можно листать коды городов и выяснять время города, находящегося в другом часовом поясе. Следующий режим – будильник. Здесь вы можете выбрать до 5 будильников установить в течение суток на разное время или установить какой-то один. Устанавливается он так же, как текущее время. Удерживаем верхнюю левую кнопку до звукового сигнала. Устанавливается нужное вам время. Между разрядами левой и нижней кнопкой переключаемся. Выходим из настройки однократным нажатием верхней левой кнопки. Также левой верхней кнопкой мы включаем и выключаем этот будильник. Здесь же можно активировать функцию звуковой индикации начала часа. Включается она точно так же, однократным нажатием верхней левой кнопки. Часы будут подавать звуковой сигнал каждый час. Следующий режим – таймер. Устанавливаем нужное нам время удержанием верхней левой кнопки. Выставляем время. Также можно установить два интервала, то есть по окончании первого заданного времени пойдет второй. Если нам не нужен второй интервал, то мы его оставляем с нулями. И можно выбрать количество автоповторов таймера, то есть после завершения заданного нами времени
Таймер подаст звуковой сигнал и начнет обратный отсчет снова. Нужное нам количество раз. До 10 раз можно выставить, либо оставить таймер однократным. Выходим из настройки однократным нажатием левой верхней кнопки. Запускается таймер правой нижней кнопкой. Ей же останавливается. Сбрасывается до нулевых значений верхней левой кнопкой. Следующий режим — секундомер. Запускается он правой нижней кнопкой. Промежуточные отсечки можно делать верхней левой кнопкой. Общее время при этом продолжает идти. Если нажмем еще раз, то увидим время общее. Остановка секундомера правой нижней кнопкой. Сброс до нулевых значений при остановленном секундомере левой верхней кнопкой. Вернулись по кругу в режим текущего времени. Значит, что у нас все о настройках данных часов. Спасибо за внимание.